Всем привет-привет! Сегодня у меня обзор йогуртов, которых я сегодня купила в Сельпо. Была небольшая скидка на йогурт фирмы Малакия. Он стоит сейчас 14 гривен 50 копеек. Очень вкусный йогурт. Я уже покупала, это увидела скидку и купила его еще. Здесь вот такая вот подушечка идет из ягод. И потом йогурт. Можете перемешать его и кушать. Мне нравится этот производитель. Я взяла с голубикой и с вишней. Вишневая здесь такая подушечка. По 14,50. Две штучки взяла. Также очень было много сегодня скидок, даже уценок, потому что заканчивается срок. Вот производитель Польша. Это сырок с клубникой. Я его купила такой. Купила я его за 12,50. Стоил он 22,50. А сейчас я купила его за 12,50. Вот такой вот йогурт. У него уже осталось 2 дня. Ему сегодня 26-е. 28-го у него срок. Ну, я к этому времени его уже, конечно, съем. Вот такой вот йогурт. Не стала я долго ждать и открыла коробочку сыра с перетертой клубничкой. Очень вкусный сыр, очень мне понравился. И клубничка, так вообще очень все вкусно получилось. Хорошего качества. И еще взяла вот такой вот немецкого производства Мюллер. Это тоже такой йогурт с шоколадными шариками. У него срок тоже 28 числа. И такой йогурт сейчас стоит всего лишь 9 гривен. 9 гривен. И еще взяла вот такое вот тоже немецкое производство. Вот классическое. Ну, скорее всего, наверное, это пудинг рисовый. Скорее всего, это, наверное, рисовая тут такая каша. Ну, посмотрим. Я не ела никогда. Написано рисовый пудинг. Ну, посмотрим. Тоже у него завтра срок годности. Вот я его завтра на завтрак и съем. Я сегодня завтракать решила вот таким пудингом рисовым. Открыла его. Сегодня как раз у него срок. И вы знаете, мне не понравился пудинг. Ну, как бы рисовая каша. И хорошо бы было вот так. Это рисовая каша, смешанная вместе с заварным кремом. Ну, я такое не люблю. То есть, вот больше я такое не куплю, это точно. Вынесу, наверное, кошечке на улицу. Может, покушает кошечка. А кроме этого, я еще купила вот такой вот концентрат лимонный. Это у нас не скидка. Здесь срок годности вот по октябрь. Купила я такой лимонный концентрат за 22,99. Ну, считай, 23 гривны. Очень удобно для пекарских возможных изделий. Вместо лимона, когда нет лимона, можно вот купить такой. И еще я купила фасоль. Вот такая буду готовить винегрет. Не хочу варить. Вот уже готовая, нежная. Я ее промываю водой и тогда кладу в винегрет. И такая фасоль стоит 30 гривен 59 копеек. То есть вот небольшая такая у меня покупочка сегодня была. Вот решила йогурты я поесть. Так что вот так. Всем спасибо за просмотры, всем
До свидания, всего хорошего, здоровья, мира. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересных совместных просмотров. Всем пока!